Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Сикушенко, я основатель кондитерской полезных сладостей «Мистер Конфеткин» в городе Новосибирск. Сегодня хочу оставить отзыв об этой гитаре, которую мы купили в марте этого года в компании «Кадзама». Вот такая очаровательная гитара, которая помогла нам нарезать очень много, даже так, не очень много, помогла нам нарезать в два, а то и три раза больше красивых конфет, батончиков, мармелада, нуги, чем мы делали это руками. Вручную мы нарезали наши десерты, вот они вот такие вот разные были. Сейчас они все одинаковые, они все весят одинаковое количество граммов, они красиво выглядят на витрине, и эта гитара позволила мне сэкономить на одном сотруднике. Соответственно, если бы я не взял эту гитару, мне пришлось бы нанимать нового кондитера. А так как у меня появилась гитара, которая стоит 2 зарплаты кондитера, соответственно, она у меня окупилась за 2 месяца, и с сегодняшнего дня, с мая, эта гитара начинает приносить мне классный доход. Поэтому, если вы, дорогой мой предприниматель, думаете, что же вам выбрать, кондитера с руками, которых нужно научить резать ровненько и красиво, либо купить вот такую гитару и резать уверенно и четко ваши десерты, ваши конфеты, батончики, то, скорее всего, выбор очевиден. Надо выбрать гитару компании «Кадзама». Вот здесь вот такой вот красивый логотип. Очень классная штука. В инстаграмах всегда собирают лайки. Ну и в целом с ней вы выглядите уже профессионалом, даже если вы готовите ваши конфеты дома. Так что я рекомендую, делайте правильный выбор.